Как перестать курить перед беременностью? Если подойти к беременной девушке, бросившей эту пагубную привычку, и попросить советы о том, как можно бросить курить, она наверняка даст один из советов, предложенных ниже. Инструкция 1. Сразу избавиться от сигарет. Этот совет, особенно до наступления беременности или в самом ее начале, является самым частым. Многие советуют сокращать не только количество сигарет в целом, но и продолжительность курения каждой сигареты, однако лучше организму от этого не будет. Поэтому правильнее всего бросать сразу и полностью. 2. Не нужно себя заставлять. Стоит думать не о том, что бросить курить придется из-за беременности, а о том, что скоро в этом мире будет на одну жизнь больше. Думая об этом с такой стороны, можно намного легче пережить отказ от курения. Еще нужно помнить о том, что желание курить вызывает не человек, а никотин. 3. Бросать курить нужно для себя. Очень часто девушка, бросая курить, смотрит на это как на преодоление трудности ради ребенка. Однако это неправильно, потому как такое лишение ради ребенка создает напряжение и стресс. А они, в свою очередь, негативно сказываются на развитии ребенка. Женщина бросает курить ради себя. 4. Не нужны ритуалы. Некоторые девушки показательно ломают сигарету или покупают пачку и выкидывают ее. Но это на самом деле эмоциональный непродолжительный эффект и ничего больше. 5. Начать нужно сразу. Частый совет – выбрать день Х, в который придется бросить окончательно, а потом к нему готовится тот же бег с понедельника. Но на самом деле это так не работает. 6. Усложнение возможности выкурить сигарету. Как девушка может обезопасить себя от возможных нервных срывов, если она бросила во время беременности? Необходимо добиться того, чтобы возможностей для нервного срыва не было или чтобы эти ситуации повторялись как можно меньше. К примеру, можно лечь на сохранение или отправиться в гости к тем родственникам, которые не курят. И, конечно же, стоит выкинуть пепельницу, зажигалки, сигареты и вообще все, что так или иначе связано с курением. 7. Новый режим питания. Бросание курить сопряжено с появлением у человека здорового аппетита. В этом нет ничего страшного, ведь его появление говорит о том, что организм приводит себя в порядок. Однако есть и технический момент, физические отвыкания похожи на здоровый, обыкновенный голод, поэтому стоит сосредоточиться на здоровой пище. 8. Упор на спорт. У спорта во время беременности есть двойная польза, ведь он, кроме оздоровления организма, также поможет забыть о курении. Девушке можно выбрать для себя то, что больше всего по душе. Хорошими вариантами будут занятия плаванием, акваэробикой, йогой или что-то подобное. 9. Консультация специалистов. И последнее, стоит периодически приходить к доктору на консультацию. Грамотный специалист расскажет о курении и его пагубных последствиях.